Чувашстат опубликовал итоги переписи 2010 года о национальном составе. Более чем за 20 лет, с 1989 по 2010 годы, численность чувашского населения в республике сократилась на 92 тысячи человек. Однако надо отметить, что в ходе переписи национальная принадлежность указывалась опрошенными по желанию. Согласно переписи, в республике проживают 815 тысяч чувашей, что составляет 67,7% от общего числа жителей региона. Чуваши по-прежнему сохраняют в своей республике статус титульной нации. В целом по России насчитывается 1 миллион 435 тысяч человек. Это чуть более 1% от общей численности. В общероссийской национальной картине чуваши занимают 5-ю строку после русских, татар, украинцев и башкир. В родной республике чуваши традиционно являются наиболее многочисленными. За ними в Чувашии по численности следуют русские – 323 тысячи человек, почти 27%. Татары – 34 тысячи или почти 3%, и мордва – 13 тысяч жителей и 1%. Украинцы и марийцы по численности не дотягивают до 5-тысячного порога. Представители других национальностей составляют 0,85% от общего количества населения республики. Чуваши также являются домом для значительной группы белорусов, армян, азербайджанцев, таджиков, цыган, узбеков, немцев и молдаван, башкир, удмуртов и евреев. При этом в города республики активно переселяются представители таджикской национальности. С 2002 по 2010 годы их численность увеличилась на 44%, 146 человек. Это самый высокий темп роста среди других этнических групп.